Привет, Арсюш. Привет. Скажи всем привет. Привет. Что тебе Наташа подарила? Вертолет. Вертолет. С машиной, да? Машина. Тягач с вертолетом, да? Да. Такая военная тематика у нас сегодня. Вот такая вот интересная коробочка. Что здесь написано? Игровой набор транспортный. Военный транспортер с вертолетом. 27,5 сантиметров. С маркировкой Mobicaro. Вот такой Mobicaro. Game On. Playtime Collection. Такая интересная. Mobicaro. Я так понимаю, это фирма Mobicaro. Вот. Внимание, мелкие детали предназначены для детей старше 3 лет. Так, вот тебе, держи. Я уже пообрезал вот эти проволочки, которые крепят его к упаковке. Давай, вынимай. Вынимай его. Вынимай. Вот. Да, теперь за кабину грузовичка давай. О, вертолетика вот в сторонку. Что, не получается, не? Не. Так, что это такое? Что это он? А он еще чем-то прицеплен, да, с другой стороны. Ай-яй-яй-яй. Так, ничего, мы сейчас его... Так, а тебе вот прицеп. Так, да, там он еще крепится. Сейчас мы раскорежим его. Не получается. Так, давайте сейчас я обрежу и включусь. Вот. Все, вот, держи. Так, эта упаковка нам уже не нужна. Вот. Ну, классный вертолет с грузовичком. Ох, а вот нужно прицепить его. Так, есть. Кстати, вот здесь даже два положения, куда можно цеплять. Вот на первое и второе. Вертолет еще. Вертолет, давай, ставь вертолет. Ставь вертолет вот на эту платформу, на этот тягач. Так, наверное, он так вот будет, скорее всего, стоять. Да, вот видите, вот специальные есть вот такие, куда он заходит, и вот так вот. Чик. Едет. Тебе нравится игрушка? Да. Такой интересный пластик. Как будто бы типа под металл, но не металл. Так, а вот эти боковушки не выдвигаются? Нет, здесь ничего нет выдвижного. Там дядя сидит. Что там дядя? Там дядя сидит. Там дядя сидит, да? Да, я там. Классный вертолет. Нет, там интересный. Вертолет. Так, возьми вертолет отдельно. Вот, можешь взять. Вот. Покажи всем, как он летает. Во, вот так вот. А как стреляет он? Во. Так, что у нас тут написано? Ага. Это я. Держи. Вертолет у нас летает. Ну, сади его на платформу, на машинку сади. О, вот так вот. Да, правильно, заводи там в эти. Есть пасеки такие, пазики специальные. Вот так вот, все. Складывай ему эти винты. Вот, давай. И молодец. Поехали. И поехали. А куда мы едем?
А я дала вставать. Куда? Осталось. Да? Да. Хорошо. Там... Мы едем в воинскую часть, да? Да, там осталось. В воинскую часть едем сгружать вертолет. Да. Давай. Вот сгружай вертолет. Сгружай. Не, вот надо. Не, нужно с прицепом. Как он там. Ай-яй-яй. О! Все, у нас получилось. Ага, вот здесь еще есть вот такая стояночная, да, подставка как бы. Асюш, открой вот здесь там. Вот эту черную штучку. На себя потяни. Сейчас, подожди. О, вот видишь? Вот так. И все, мы оставляем. Еще, открой. Вот. Все, поставили и поехали одним грузовичком. А колесики здесь интересно, резин? Нет, тоже пластик. Не резиновые, пластик. Все, вот. Вертолет, там и так. Кстати, это наверное, все-таки металл, хотя нет. Не, это не металл, это пластик. Просто он такой серьезный, хороший пластик под металл сделан. Очень тяжелый. Так, ты будешь цеплять, да? Прицеплять. Так, хорошо, сейчас. Подожди. А, убери вот эту подставочку, да. Так, все, прицепили. И поехали! Едем на взлетную площадку, да? Да, там. Вертолет будет взлетать. Да. Угу. Ой, у меня колеса есть. Колеса есть? Не, ну конечно, как же машинка без колес? О, вот так вот. Круто, да? Вообще классная, ну, интересная машинка. Наташа передала. Бабушка передала, да? Да. Кому? Мне. А как тебя зовут? Арсений. Помаши всем ручкой. Привет. Говори, я здесь играю машинкой. Я играю тут машинки. Молодец. Вот такая, говорю, вот такая у нас машинка. Да. Да не да, а вот такая у нас машинка. А куда мы выложим видео? На канал? Да. Говори, на канал. На канал. YouTube. На что? YouTube. Вот так вертолет. Вот так вертолет летает, да? О, все, вот. Вертолет. Ну, он так, конечно, не летает, как ты вот делаешь. Он вот так где-то, да. Может быть, ты их там не тадут. Говори, Арсюш, ставьте лайки. Янки. И пиши на канал. Ну и все, давай, махай всем пока. Пока. Кому понравилось, ставьте лайк. Да. И заходите, еще будут видео. Да. Пока. Пока.